придет к тебе, когда не будет вроде повода вернуться, когда уютно стены в круг сомкнутся, и от забот минувших ни следа. Раступится торжественный каньон, и эхо, вырываясь на свободу, озвучит снова каменные своды, и прошлое войдет в тебя, как сон. Кугитан-Ктау — это плато на юге Туркмении. Оно изрезано глубокими каньонами, словно ножом располосовали вдоль огромный слоеный торт. Почему-то стоит раз побывать здесь, долго тянет потом в эти пустынные места. Суровая, безводная, выжженная южным солнцем земля, далекая от нашего уютного мира. Но похожа она на шкатулку, полную сокровищ, сумеет только их увидеть. Вот и едут сюда искатели чудес. Ведь на свете не переводятся люди, в поисках чуда готовы отправиться за 3-9 миль. Так и мы здесь очутились в составе казахско-болгарской экспедиции. 13 усть-каменогорцев и 10 болгар из пригорода Чепелара и Плевен. Соседей у нас было много. Весь каньон пестрил палатками, суетой, народом. И литовцы здесь были, и москвичи, ашхабадцы, уфимцы, фрунзенцы. Всех не запомнишь. Танго. Это сердцевина весны, это праздник жизни. Всего через месяц неумолимое солнце выжжет эту землю. Но Кугитанг сейчас оживает и празднует свою короткую весну. Все живое, просыпаясь, жадно пьет весеннее, еще не обжигающее солнце. Спешит цвести, спешит жить. Удивительна жизнь. Стоит только согреться в тепле, эти слабые руки сквозь камень к весне проберутся, те, чья жизнь коротка. И видишь, что праздник земли, заповедной земли не поленишься, если нагнуться. Плато провала, глубокие шахты, заполненные водой, простой сказочный элемент Кугитанга. Отвесные стены на десятки метров уходят вглубь и теряются в темной лазуре, словно сама глубина смотрит на тебя молочными глазами. Вода теплая и прозрачная до изумления. Не спеша плывешь и видишь, как из глубины поднимаются к ногам неторопливые рыбы, любопытные и непуганные обитатели провалов. А в некоторых провалах живут слепые рыбки, обитатели подземных глубин, маленькие розовые и белые существа с чешуйками вместо глаз. Огромный таинственный аквариум, лишь сверху подсвеченный солнцем. Напоминает о древних эрах, еще не знавших человека. Словно тысячелетия пронеслись где-то мимо, не коснувшись этих мест, этих холмов фантастической расцветки, лунных пейзажей,
белых и красных гор. Время пощадило Кулитан. Таинственный случай сохранил здесь следы динозавров, окаменевшие в породе. Вот еще одно чудо Кугитанга. Геологи только качают головами, удивляясь. В день, когда мы поехали на плато динозавров, шел дождь, и плато блестело, как зеркало, как витрина гигантского музея под открытым небом. Десятки миллионов лет назад трудно представить, шли здесь могучие звери, оставляя в вязком иле пирамид следов. Хозяева эпохи, властелины мира, шли по своим великаньим делам, не знали, что оставили для нас беспечных и реактивных, торопливых, маленьких будущих хозяев свой величественный автограф, свою плату динозавров. Чтобы увидеть главное чудо Кугитанга, надо опуститься под землю. Подземный мир его живет своей жизнью. Вода на поверхности вызвала гигантский каньон, а под землей создала целые подземные города. Это знаменитый на весь мир Карлюкские пещеры. Сказочно украшенный лабиринт. Они тянутся на многие километры. Кальциты гипс цветут здесь, не зная времен года. Да и само время вспомнит меня для своего шага. Как дома. Эти свежие, зияющие скулы, обломанные сталактиты, дело человеческих рук. Что же ты даешь пещере, человеку? Это следы хищнической добычи оникса. Многие поколения приходящих сюда обречены видеть теперь в прекрасном натюке безобразные дыры.
пещера в столетия, тысячелетия будет теперь залечивать раны. Все красивое хрупко, и все красивое хочется унести с собой. Но камни, вынесенные из пещеры, умирают, теряют свою тайну, свое обаяние близко, свою красоту. Кто виноват, человек, в твоем разочаровании? Ты уже спешишь вперед, к новым чудесам, спешишь не оборачиваясь, и вот уже весь путь за тобой усыпан обломками пещеры. Не узнать о живом, ни звонких гребешков, ни гибкого хруста. Вынеси лучше из пещеры другие невиданные вещи. Свое восхищение, благодарность и память. И время размыкает наши руки. Приходит слово горькое «разлука», в котором есть немного от тоски. Разлука — это собранный рюкзак, задумчиво, округло, неизбежно. И тангом краски будут нежны, когда мы все осядем в городах. Каньоны безупречны, высоки, от зной порыжеют этим летом. Но ты им зеленый в розовых букетах, гляди на их весну из-под руки. Листок просит на ветру и греется от лиц в кармане, а мы словно целые страны прощаемся здесь поутру. Когда мы собираем рюкзаки, мы в чем-то одинаковы, представьте. Сергей, ты христиан или мартин? Зовут тебя дороги долети. Прощенье золотое, как привет, и круглое, как яблоко, разлука, как смуглые разомкнутые руки. Каньоны выпускают нас на свет, каньоны безупречны, высоки, от зной порыжей этим летом. Им зеленые в розовых букетах, гляди на их весну из-под руки. Листок хрустит на ветру и греется адрес в кармане, а словно целые страны прощаемся здесь поутру. Листок хрустит на ветру и греется адрес в кармане, а словно целые страны прощаемся здесь поутру. Thank you.